Хотелось бы вам напомнить, уважаемые подписчики, что первый сезон сериала «Давай найдем друг друга» состоял из 16 серий. Работа над данной лентой стартовала осенью 2019 года и завершилась летом 2020. Съемочный процесс проходил на фоне живописных крымских пейзажей. Главные роли в данном проекте исполнили Александра Никифорова, Артем Ткаченко, Андрей Соколов, Татьяна Лютаева, Иван Стебунов, Роман Маякин, Сергей Жарков, Роман Полянский, Сергей Чирков и многие другие. Режиссером данной картины выступил Дмитрий Черкас. Вы наверняка с нетерпением ожидаете даты выхода второго сезона, а именно 17 серии, которую вы сможете посмотреть не ранее осени 2021 года. А чтобы быть более детально в курсе, подписывайся на наш канал.